Им все ведомо. Ведомо моя добродетель. Я не попаду, они не замечают, что вот это и та одинаковая? Дьявол укрывается там, где его ждут менее всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. О, к нему пришло сознание. Всем привет! Вы на канале Иди в Плей, и сегодня мы будем продолжать проходить «Маленькую надежду не забываем пошлепать». Мои лайки, написать комментарии под этим видосом, ну и погнали. Нас немного отмотало. Бля. Ладушки. Так, смотреть. Так, стоп, мы это уже смотрели. Так, хорошо, как, куда теперь-то? Что у нас в задании? Поищите работающий телефон, найдите способ вернуться к Тейлор. Может, я не особо и хочу возвращаться? Так. Блядь. Долбоёбское управление, я что-то понял. Что должно быть. Да, тут вот телефон. У нас победитель. Вот телефон. Но он не рабочий, да, мы уже давай в курсе. Гудка нет. Ой-ой-ой. Холк крушит! Эй, полегче! Может, хватит реагировать на неудачи, как ребенок? Вот тут. Смотрите, провода нет. А, тут где-то должен быть кабель. Поищите телефон и кабель, я понял. Искать придется мне. Кому же еще-то, а? Ну да. Так, что за бумага? Это что такое вообще? Ёбана ты в рот! О! Надо резко! Ты чё вообще? Так-ка. Сокровище хиппи. Понятно. Типа, а остальное смотреть мы не будем, не? Ну ладно, я понял, нет, так нет. Ну и хер бы с вами. Так, бро. Что это? Блядский телефон зазвонил, оказывается. Боже, даже я серанул. Как думаете? Ответить? Да, еще нет-то. Осторожно. Спокойно, профессор. Ну да, ты умрешь через 7 дней. Я не должна быть здесь. Что-то слышно? Женщина. Она очень расстроена. Попробую успокоить говорящего. Истерикой мы ничего не добьемся. Окей. Прошу, успокойтесь. Я могу помочь. Но перед этим мне нужно узнать, где вы. Надавите. Узнайте, что за херня тут творится. Я терпелив, но я не потерплю насмешек. Он терпелив. Да отстаньте вы. Эта женщина и так психует. Я знал. Надо было самому взять трубку. Хотя бы раз в жизни вы можете не ныть. Во! Передо мной возник мужчина. Я не приметила, как он подошел. Я испугалась. Прежде он мне не встречался. Его одеяние и говор были мне незнакомы. Суть его речей я не уразумела. Я не ведаю, откуда сей мужчина и чего ему надобно. Я не могла уразуметь, о чем он толкует, поверь.
возможно, обвиняет в злодействе. Отпусти! Так, давайте немного со звуком опять поиграемся. Громкость диалогов 65. Ну, блядь, давайте на 80 выкрутим, я не знаю. Значит, время от времени вообще херово слышно. Тут 65. Остальное, ладно, остальное меня устраивает. Нормально телепортировало. О, это мы уже видели. И услышь меня. Ежели поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ты ведь разумеешь, не так ли? Злые слова не покинут мои уста. Или хоть слово, хоть полслова молвишь. Об иных делах я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Ступай к родным. Боже, так говорить, что он ее в жопу оттрахает. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? Надо сидеть тихо. Просто посмотрим. Узнаем, что будет. Ну? Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попаду, они не замечают, что вот это и та одинаковая? Дьявол укрывается там, где его ждут менее моя всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. О, к нему пришло сознание. Прошу простить, но от слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Ты охуел? Подойти. Почтенный судья, вынеси вердикт без дальнейших отлагательств. Не то мы позволим силам тьмы злой воли склонить решение себе на пользу. Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Что за... Не вмешивайтесь. Кажется, она сейчас трансформируется. Что сотворила ты с чадом? Они ты вовлекла стирают. Невинное дитя в сговор с дьяволом. Бедняжка словно одержима. Что твоих рук дело. Это ложь, преподобный. По что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду. Эми, коснись Мэри. Поглядим, что будет. Ежели я прав, твоя длань исцелит ее от напасти. Что с тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала. Не могу больше смотреть. Все почти кончено. Ты в безопасности. Гребаный гном. Они среди нас! Они среди нас! Нет! Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл Хоуп? Молитесь же, мелкая. Ибо дьявол ныне подле вас. Любовь Господа спасет нас! Ах, шоп тебя, скотина! Что это была за херня? Это взаправду? Суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. Эта женщина была так на меня похожа? Как такое вообще возможно? О, ты смотри, это тоже смехнуло. Когда вы мне рассказали, я думала, вы шутите или преувеличиваете. Но увидеть эту женщину своими глазами было очень страшно, правда?
То у меня ответов нет, чё на меня смотрите? Какой-то припадок. Как думаете, в чем дело? Да она эпилептичка. Я знаю эту девочку. Это ее мы с Анжелой видели в лесу. Та женщина, мой двойник. Что будет, если ее признают виновной? В Литл Хоуп осужденных ведьм всегда ждала жестокая смерть. Утопление, повешение, сожжение. Будем по-моему, это везде так было. Точнее, признали невиновной. Очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, которым лишь бы испортить жизнь своим соседям. Согласен. Девчонка точно знала, что делает, когда подставляла Анжелу 2.0. Та женщина, мой двойник, была так подавлена просто в отчаянии. Да, смотреть было тяжело. Ну, выбирайся. Я еще кое-что заметил. Ее муж был похож на вас, профессор. Это скотина молчит. Девчонки была очень похожа на Дэниела и Тейлор. Да что все это значит? Пока я не понимаю. Профессор, вы там? Ладно, идемте. Тейлор, мы здесь. Не получается дверь открыть. Выломайте ее нахер, господи. У нас тоже. Похоже, заперто. Давайте все наляжем на ручку. И 3, 2, 1. Боже, я давайте не ожидал, разок. Что мне надо. Навалитесь изо всех сил. Да понял, понял. Есть. Тейлор? Профессор? Нашли что-то, что нам поможет? Не, абсолютно ни хрена. Только кучу хлама. Все еще думаете, что стоило разделиться? Думаю, я готова рассмотреть теперь и другие варианты. О, ты смотри, типичная рада, баба. Это веселит. Лично я думаю, мы по уши в дерьме. Знаешь про своего двойника? Ее обвинили в колдовстве. Не только обвинили. Судили, признали виновной, приговорили к смерти. Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше? Да убьют, что еще? Идея неплохая. Но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Ой, ну вы. Что ж. И куда? Это просто безумие. Мы понятия не имеем, во что влезаем. Суд. Эта девочка, двойник Анжелы. Все это словно ведет к чему-то. Осталось выяснить, к хорошему оно ведет или плохому. А плохое наверняка будет просто ужасным. Поживем, увидим. Пока вообще непонятно, чё к чему. Это уже больше середины игры, знаете ли. Блин, почему тут между катсценами черные экраны? Главная дорога 0042, 28 мая. И чё он крутится, видите, студентов к городу, держитесь вместе. Окей, я понял. Идем вперед. Мы с пятачком. Странный профессор, знаете ли. Нам точно в эту сторону вообще надо? Я что-то как-то не уверен. Мы же сюда вроде бы уже были подходили и... Может, из-за тумана нас отправили в объезд? У нас не было шансов выбраться. Ай, да не еби мозги, пожалуйста. И так херово. Все. А, то есть в этот раз нас на мост уже пустили. Окей.
Ни хрена не вижу. Ты жива, возрадуйся! Блять! Как его время игра подвисла? Да, черная. Не хочу к ней приближаться. Не приближайся. Просто не падай. Вот и все. Идеальное решение проблем. Ой, блядь. Да, весьма дерьмово. Итак, кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Ладно, ну да. Погнали, а профессор. Это безопасно? Вот сейчас и узнаем. Не бойся. Мы с профессором тебя быстро переведем. Ну да, мы вас переведем. Погнали. Боже, он сейчас ёбнется вниз. Да куда ты лезешь прям следом за ним? Боже, оно же может не выдержать. Небольшое дерьмо случилось. Hey! И туманчик. Боже, что же делать? Согласен, медленно. Привет, ворона. Блять! Стоп тебя! В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Да какая она праведная, это еще? Виновной в связях с дьяволом. И будет утоплена, как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Ведьм же обычно сжигали. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Ну да, может она и сука, но не ведьма. Кто вы, черт возьми? Почему вы так похожи на Анжелу? Я не знаю Анжелы. Я простая жена хорошего человека-фермера. Я ни в чем не повинна. Кто тебя знает? Что с ней происходит? Дьявол подле нас явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. Дьявол дает ей силы. Свяжите ее покрепче. Айзек, я не вижу! Исполни волю суда. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно. За нами. А нахрена ее обмотали цепями, если руки не связаны? Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. То не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинивший меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Меж вас самих. Айзек. Охуенное решение. Просто топовое. А почему она не всплывает? Люди настолько быстро тонут? Я просто не проводил эксперименты, так что хз. Кто в курсе, напишите в комментариях. Да, просто шикардятина. О, еще и Анжела пропала. А не, она там. Нет, стоп, пропала таки? Или нет? А не, есть. Жаль. Что там было? Ну же! Пиздец там был. Что я увидел. Вашего двойника в цепях столкнули в реку. Утопили.
воодушевление. О, вот и двойник плывет. Как все отлично складывается у них. Все собираются в одном месте. Пати будет огроменная. О, ты смотри, эти все еще есть. Их туман не забрал. Ладно, я первый. Боже, они ладно, уже дошли. Ладно, вы двое, спускайтесь. Ну а те, что стоят, ждут. О, дерьмо приближается. Что это за тварь? Да, это всего лишь Анджел. Да блин, что ты начала виснуть? Что это такое? Убегайте! Бегите! Валите оттуда! Спасибо за предложение! Черт! Не бросайте меня! Да хер бы с тобой! Сука! Э! Помогите мне! Сейчас, сейчас! Я вернусь за тобой, держись! Да. Эндрю! Хватайте мою руку! Давайте! Быстрей! Блять! Слушай! А как надо делать-то? О, ты смотри, он сам залез. Надо помочь Анжеле! Ай, ёб твою мать! Давай! Да блин, я не понимаю, как эта механика работает! Блять! Походу мы потеряли Анжелу. Да. Потому что я тупо не понимаю, чё мне тут делать-то надо. Привет, вкусняшечка. Да на тебя. Мы тебя не забудем. Боже, какая красавица. Насмешка. Это была насмешка? А, ну ладно тогда. О, сейчас череп так и лопнет. Боже, только не говори, что... Фу! Что, уже все? Да че они все так быстро умирают? Прям 2 секунды и все. И капец. Анжела, нет! О, нет. Этого не может быть. А, стоп, или мы ее технически не могли спасти? Непонятно. Нам надо выбираться отсюда. Ну, это вполне очевидно. И очки Анжеле уже не понадобятся. Все же что-то в этом хорошего было. Что ж, в вашей группе первая потеря. Было ужасно, но предотвратимо. Вы знали? Тогда я просто не понял, как работает механика. Хуже смерти. Неважно. Смотрите в будущее. На тех, кто еще жив. Ладно. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Не так ли? Или отнять ее? У юноши есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию Дэниела? Что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался.
О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Что? Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Так где он? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Вот это да. Двойники, призраки, ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Хотите? Хочу. Ну что ж, мы с вами еще раз обратимся к Барду за тайным наставлением. Я встречал его, да. Я же встречаю всех. Акт 5, сцена 1, в которой Клеомен умоляет Леонта простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. Спасибо, только что-то нихера понятнее не стало. Видите же, вам нужно продолжать, как бы ни было страшно. Ну, спасибо. Так, ладно, думаю, на этом сегодня можно будет и заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.